Друзья, всем привет, хорошего дня, хорошего настроения, хорошей игры. Вы на канале Серега Китек. Я отправляю скины, эмоции, кирки, дельтапланы подарком. За все время с 2019 года я отправил уже больше, чем на 1 миллион вубаксов. Все можно заказать у меня за донат. Пишите мне в ЛС ВК, пишите мне в ЛС Дискорде, все контакты в описании. Итак, друзья, всем привет, хорошего дня, хорошего настроения, хорошей игры. Сейчас я покажу две карты в творке, которые держатся уже давно. Это чтобы побыстрее фармить опыт. Также еще не забудьте сходить на концерт, чтобы получить 40 тысяч опыта. И да, вам опасаться за бан совершенно не стоит, потому что вы можете получить максимум, выжить там 3-4 левела. Это прям если до посинения там сидеть. Я обычно не больше 3 левелов делаю. Вот. Ну вот сегодня у меня времени не хватило, чтобы выформить, да. У меня, значит, был опыт. Сейчас скажу сколько. Где-то там 16,5 мне удалось до 19 левела качнуть, то есть 2,5 левела. То есть пол левела до ролика. И вот часть, то что я показал в ролике, и после ролика еще дополнительно я на этих картах подфармил. Вот, на экранах вы можете видеть коды карты, которые нужно будет вводить. Вот, можете на одной карте заморачиваться, можете на обоих для разнообразия. Заходите, значит, на первую карту и делаете, как я. И каждый день, качая в творке по 2-3 левела, вы гораздо быстрее сможете прокачать боевой пропуск, если вы не задротите прямо сильно в игру. Мои подписчики знают то, что я не сильно часто играю в PvP режим, поэтому я качаюсь медленно, но в прошлом сезоне мне удалось без проблем качнуть 200 уровней боевого пропуска, даже чуть больше. Также, ребята, вот этот скин Человека-паука уже можно приобрести. Если что, контакты есть в описании. Пишите в ЛС ВК, пишите в ЛС Дискорде, его можно будет уже купить. Также через меня вы можете купить подписку отряда Fortnite, коды на V-баксы, скины различные, которые находятся в магазине предметов. Также можно купить наборы, которые продаются не за V-баксы. Например, стартер-пак, искусный взлом, летние легенды, лавовые легенды. Также можно купить наборы, которые когда-то были в магазине предметов, но в данный момент их нету. И если вдруг у кого-то нету киви, либо банковской карты, есть варианты купить за наличку. В общем, ребята, строимся к той голове. И там на голове, в голове, короче, будет кнопка, которую нам нужно будет использовать. И все, чуть-чуть опыта капает. Строим 10 лестниц вверх и ставим пол. И нам нужно будет станцевать эмоцию. Бежим к раздевалке, строим 10 полов прямо и 10 полов налево. И используем кнопку.
Здесь строим точно так же, как я, и танцуем эмоцию, и делаем движение вперед. Дальше мы строимся к мишке и нажимаем кнопку «Использовать». Ждем, когда опыт заканчивается, и можно выходить и повторять точно так же. Теперь я вам покажу следующую карту, которую мы же две вводили в начале. Теперь я на следующей покажу, где какие точки. Ждем, когда уберется барьер, и приступим. Если что, вот это то, что я сейчас сделал, не нужно повторять. Советую взять присосочку, она нам пригодится в дальнейшем. Чутка промахнулся местом расположения, где нужно это было сделать. Бежим вот сейчас вот туда и повторяем, как я. Вам нужно будет сделать в точности вот в данный момент, вот как я, чтобы появиться в другом здании. Используем кнопку. Теперь бежим к раздевалке и залазим на раздевалку. Сверху будет кнопка, которую нам нужно будет использовать. Теперь бежим в ту точку, куда бегу я. И здесь нам нужно будет найти кнопку. Следующая кнопка находится здесь. После нее мы получим опыт. Потом возвращаемся снова сюда, за следующей кнопкой. У меня как-то получалось запрыгивать на крышу этой постройки, вот, но лучше, наверное, будет построиться, потому что в этот раз у меня не получилось. Вам нужно будет забраться на крышу этой постройки прозрачной. И снова потом туда возвращаемся, там есть еще одна кнопка на опыт.
Ну все, ребята, все кнопки на этой карте я вам показал, поэтому ждем, когда заканчивается опыт у нас капать, выходим и повторяем все точно так же. До тех пор, пока либо слишком мало опыта не начнете получать, либо пока вам не надоест, насколько вас хватит. Ну что, ребята, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, обязательно пишите ваши комментарии. Всем удачи, всем до скорого, всем пока-пока.